Мой Антон Сихурлидзе. Между прочим, в Мюнхене. Именно под них тогда, конечно, был заточен тот финал Гран-при, но не смогли. Юга Кавагучи и Александр Смирнов будут кататься первыми. Ну, находясь на последнем месте, я надеюсь, они будут более раскованными, более свободными в своем стремлении к призам и покажут то катание, на которое они способны. Вперед, друзья, под музыку Чайковского и Штрауса. Thank you.
Юка Кавагучи, Александр Смирнов. Чисто исполняет свою произвольную программу. Поднимают японские и российские флаги вместе. В приветственном жесте местные болельщики. Тамара Николаевна всегда пожимает руку по-бойцовски своим ученикам. А тут раскрылась Юка, исполнила таким образом тройной сальхов выброс. Не выглядит легким тройной тулуп у Юки, к сожалению, но старается сегодня. Напоминаю вам, что на предыдущем этапе серии Гран-при, когда все-таки исполнили четверной сальхов выброс спортсмены, дело чуть было не закончилось травмой. Сегодня не только без травм, но и без каких-либо проблем они заканчивают свое катание. Сто 120 баллов они получают на турнире NHK Trophy, где вот у них состоялось это падение. Четверного сальхова у них было 124 балла. Не то чтобы он является ключевой какой-то.